Можете припомнить тот момент, когда вам один раз стало больше всего на свете страшно, но вы смогли с собой договориться? Да. Когда меня объявили иностранным агентом, и адвокат сказал, что с моими 4 административками дальше, скорее всего, обыск, уголовка и либо домашний арест, либо тюрьма. И я вот себе представила, как я буду залезать на нары. Дело в том, что в январе 2022 года доктор Волна поменял мне колено. И у меня металлическое колено. И я уже там нормально ходила, я даже могла подниматься вниз по лестнице и так далее. Но я понимала, я просто знаю, я не могу встать на колени. У меня на втором колене тоже мениск все порваны. Поэтому я понимала, что мне будет очень трудно залезать на нары.